Как начать свое дело и получить поддержку государства? В Северо-Осетинском госуниверситете прошел форум вовлечения в предпринимательство и популяризация имиджа предпринимателя. Знаниями и рекомендациями со студентами делились специалисты Фонда предпринимательства Республики, представители Министерства экономического развития, Общественной палаты бизнес-сообщества, куратор мероприятия Общественной организации «Опора России». Говорили о формах государственной поддержки, рассказывали истории успеха бизнесменов. Участниками мероприятия стали около 200 студентов из 4 вузов республики. Встреча прошла в формате открытого диалога. Этот форум был очень полезен для меня, как для человека, который в будущем планирует связать свою жизнь с бизнесом и предпринимательством. Открыл для себя новую информацию о программах, которые существуют сейчас в республике, и о формах поддержки малого предпринимательства, в принципе. Бизнес может не просто кормить семью, но и развивать государство в целом. Во всем цивилизованном мире большинство задач, в том числе социальных, решаются предпринимателями. Частная предпринимательская деятельность – это залог успеха и гражданина, и государства.